Вот если эмоции делить на позитивные и негативные, да, негативные это которые, ну, причиняют некие страдания, вообще говоря, да, позитивные это какие-то такие, ну, что-то хорошее там прибывает, да, то у человека есть такая природная склонность на негативные эмоции больше внимания уделять, потому что они же как бы опасные, да, потому что, ну, если я радуюсь, там, что про, ну, радость и радость, как бы, что на нее там, как бы, особо заморачиваться, там, она там хорошая, да, а вот если у меня там страх или злость или там что-то вот такое, да, что-то такое нехорошее, да, то туда прилипает больше внимания. Примерно здесь то же самое срабатывает, да, что если у меня есть какое-то убеждение о том, что что-то, ну, что-то плохо, то это привлекает больше внимания, чем мое мнение о том, что что-то хорошо. Потому что хорошо, хорошего много, а вот плохое от него можно пострадать, поэтому нужно за ним отдельно следить. Поэтому срабатывает такой парадокс, что если вдруг у человека есть убеждение, что мужики, козлы, им всем одно нужно, то вот дай 100 человек, так она же выберет тех самых, на которых есть реакция просто. Потому что, ну, те-то остальные, что на них реагировать, они же нормальные, неинтересно. А вот этих надо бояться, да, и туда идет какое-то внимание. А внимание – это намерение что-то там попереживать, как бы, да, и человек, может быть, даже как-то хочет, я вот тоже думаю, может быть, даже есть какое-то некое подспудное желание разувериться как-то, да, но вдруг они все-таки хорошие. Но ты вот для того, чтобы разувериться в том, что они козлы, выбираешь себе козлов, как бы, да? И об них лишний раз еще раз убеждаешься, что нет такие, да, нет вот такие, да.